Мы с вами остановились на том, что перечислили некоторые 5 размеров, которые вам известны. А есть ли больше? Мне кажется, если будет больше, то их тоже можно будет разделить на, ну, на такие размеры, на ям, которые там. Ну, вот. Это мысль хорошая. И, надо сказать, некоторые стиховеды этого мнения придерживаются. Один из моих учителей, Михаил Иванович Каспаров, он так думает. И это... Здесь я делаю паузу. Почему? Потому что это двусложные размеры, а дальше пойдут трехсложные. Давайте я начну с дактиля. Дактиль так был назван греками, потому что он похож на палец. Чем? Дактилес по-гречески это палец. Три фаланги. Три фаланги, конечно. Первое, самое главное, ну или третье, не знаю, как хотите. Третье, да? Ну, итак, дактилес. Дальше тогда мы смотрим. Анфиса, с вами. А знаете, как можно Владимир. Хорошо. Пойдет. То есть я целиком амфибрахический. Здесь у нас был пример с вами, помните какой? Спиранта. Кроме спиранта? Спиранта. Ванюша. Спивак это я. А спивак это, конечно, я. Давайте попробуем. Из ваших имен, или прозвищ, или фамилий, что может получиться? А я тоже. Я помню. Я Харей. Так, ты Харей, конечно. Я Харей. Паша. Да? Нет. Женя. Женя. Женя Окон. Я Харей. Сокольский, то есть Фибрахий. И Тимофей Дакти. Ой, опять. Тимофей. Да? Это, конечно, анализ. У нас здесь был пример и о Анна. Но в качестве варианта я еще предлагаю вам Иванов. Хорошо. Еще. Еще кто смел? Кто смел? Цва. Да? Это что получается? Маша. Маша. Так, так, еще. Я фамилия Амфибрахий Елешин. И имя у меня Дактиль. Нет. Тоже Амфибрахий. Артем. Милешин. Да. Артем. Это что? Это я, конечно. Артем. Так, ну-ка. Я Леша, я Харей. Вот, ты, по-моему, Шанг? Блин, тоже Харей. Фамилия тоже. Корень. Фамилия тоже Харей. Да? Корень. Два слога. Анна Хори. Угу. Конечно. Так, еще. У меня и фамилия, и имя Фибрахий Андреева, и имя Мария. Угу. А вот что нам делать с такими? Фамилиями, ими или именами. Может, или словами, как Андреева. Может, складывать? Как за один слог? Андреева. Ты что, Андреева, что ли? Часть это ям, часть это Андрей. Смотри, там 4 слога, да? 4. Что с ними делать? Может, есть какие-то 4-сложные размеры? Это хорошая мысль. И можно пойти дальше. Можно найти 4-сложные размеры. Остальные. На втором месте ударение, на третьем, на четвертом. И действительно такие. Иногда бывают. И называют их пеоны. Пеоны. Сейчас мы пишем пеон. Еще лет 100 назад писали пеон через э.
Ну, потому что по-гречески это примерно все равно. ПО, соответственно, первый, второй, третий и четвертый. А вот теперь вопрос. А можно ли такое сделать? Андреева. Продолжится дальше. Туряница. Туряница. Можно? Кузнецова. Кузнецова. Можно? Боби. Гаврилова. Гаврилова. Вопрос в дальнейшем. Как это продолжается? Ну, дать какое-то общее. Нам же надо выдерживать вот все. Вот такое. Чтобы оно не распадалось, скажем. Харельно, ямбы. И как дальше это делать? Так, предложить вариант. Ну-ка. Ну, может быть, дать какое-то общее название для пяти сложных, для шести сложных, для семи сложных. Подожди, пяти сложников мы еще не нашли. Мы еще на четырех сложниках только, да? Ну, тоже пронумеровать. Они тоже будут называться пионами, но там пятый, шестой, седьмой. Будут-то будут, но есть язык, от которого не попрешь. Вот попробуйте мне строчку хотя бы по онам третьим. По третьим? Строчку. Сейчас. А можно первым так проще? Хорошо, давайте первым. Первым, по-моему, сложнее. А вторым? Может, и вторым. Ну, любым делом. Любым по онам, но целую строчку. Там так, чтобы в этом пионе было хотя бы 300. То есть, извините, эта строчка одним пионом? То есть, чтобы вот эта последовательность повторялась я хотя бы трижды. То есть, строчка одним пионом. Хотя бы трижды можно, четырежды. Можно попробовать больше. Мама мыла раму. Ну, на первую строчку. Халей, точно. А надо одну строчку или несколько строчек? Хотя бы одну. Та-та-та-та-та-та-та-та. Хотя бы так. Или та-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 та. Или та-та-та-та-та-та-та-та. Или та-та-та-та-та-та-та. То есть у нас в первом случае будет ударяться каждый первый, во втором каждый второй, в третьем каждый третий, естественно, и в четвертом каждый четвертый. Извините, у меня одна строчка получилась, правда? Так, одна строчка, ну, по-моему, каким? Третьим. Там моя фамилия, собственно, он третий. Туреница прочитал бы Буратино. Пойдет. Одна строчка пойдет. Еще у кого? Хотя бы одна осталась. Кузнецова побежала в магазин. Это просто рифма, да? Итак, Туреница прочитал бы Буратино. Кузнецова побежала в магазин. Прекрасно. Спасибо, Буратино. Еще что-нибудь. А давайте потом сейчас ставимся. Да ради бога, давайте попробуем дальше. Любые фамилии, имена, слова. Все что угодно. Иванова помогала ученица. Ну, или скажем так, Асперантова мне слушать надоело. Что-нибудь в этом роде, да? Давайте попробуем. Ну, смотрите, какой у нас все время почему-то полный получается. Третий. Почему-то третий. А у нас стихотворение. Это, кстати, тоже вопрос, почему. Я специально стала встретить написать по своей фамилии. Потому что начал и уже со остальным слышали, да? Ты бы могла начать, скажем, со второго. Ну да, я хотела. Угу. А может, третий легче? А вот почему он легче? Слов больше. Да, слов больше. Старее. Я бы сказал не слов. А слов ударение, наверное, больше. Так, ну-ка. Антилопа припеваючи летела. Ну, фантастика шпорная. Летающий антилопа. Розыгра нет. Рыська, но тем не менее. Антилопа припеваючи летела.
Помните, что у нас есть такт, то есть мы можем соединять слова, да? Деливое не делится на частное. Подожди. Делимое не делится на частное. Отличная строчка. Строчка у нас получилась вторым пробом, да? Делимое не делится на частное. Только не правда. Еще. Вот теперь я спрошу все-таки. Это легко или трудно? Достаточно трудно. Ну, очень легко. Я вам помню, легче. Ага. Вопрос, почему? Потому что длинные слова образовывались уже позднее. Поэтому их образовалось позднее. Ну, насчет образовывались позднее скажу. В древнерусском языке были очень длинные слова, конечно. Вроде «песнословие» или «страннолюбие». Может, есть лексиконы, на их место пришли новые слова? Почти прав. Потому что ответ на этот вопрос надо искать в языке, в английском языке. Такого вопроса вообще не возникало никогда. Есть ли броны или нет? Вот именно. И у них даже ученые никогда не спорят, бывают пеоны или нет. А у нас спорят до сих пор. Почему так? Ну, у них слова маленькие, у нас обычно слова большие. У них тоже есть длинные слова, ну, например, землетрясение. Во-первых, давайте все-таки использовать маленькие или большие, да, слова. Маленькие и большие, извините, дети бывают. Маленькие, большие. Длинные или короткие слова. Длину слова можно измерить. В чем их? Конечно, в слогах. Кстати, почему не в буквах? Почему не в буквах? В буквах мне неудобно. Нет, не поэтому. А еще? В каждом слоге обязательно должна быть одна гласная. А, поэтому она как бы чуть-чуть ярче, чем другие слова, чем согласные. И поэтому так и проще. То есть мы ищем ударение хотя бы где-то, да? И это правильно. Ударение на согласное не поставишь. Конечно, ударение на согласное не поставишь. Ни на каком языке. Ни на нашем с вами, ни на греческом, ни на латинском. Где были, конечно, в отличие от наших с вами. Долгие и короткие слова. Аспирантов ненавидят, чтобы дети вот шумели. Почему больше шумели? Ну, а скажите, как вы преподаватель? Пошуметь надо в меру. Согласись, вот частица «вот» стала только для размера. Ну вот они по-русски. Подождите, у меня еще одна строчка есть. Где? Конечно, с половиной трубы. Хотя, одна из самых распространенных песен русских народных написана именно в романе. Ты такой-сякой комарец, хай дурак, не ходил бы ты с дороженьки в кабак. Я русскую народную песню цитирую. Но опять-таки пеонов почему-то третий. Ударение падает на каждый третий слог. А дальше еще сложнее. Могут ли у нас быть пятисложники? Я не буду всех пятисложников рисовать на доске, да? Но это значит, что ударение должно падать на каждый пятый слог. Если это пятисложник. Ну, кто-то в этом роде. Вот так. Может, слова, конечно, такие не найдем. Давайте слова сначала найдем. Такие простые. Куропаточка. Как вы? Та-та-та-рам. Куропаточка. Куропаточка. Пойдет. Еще. Каракатица. Ненавидящий. Конечно, слова такие есть. Но слова. А попробуйте составить из этих слов, ну, хотя бы что-нибудь осмысленное.
Хотя бы в одну строчку. Куропаточка покушала крохотину. Хорошо. Куропаточка. Нет. Еще слога не хватает. Раскушала. Не хватает. Раскушала. Перекусила. Курапаточка отобедала каракатицей. Или наоборот. Это уже лучше. У вас сейчас в муках родилась только одна строчка. Из русских поэтов, пожалуй, вот таким размером писал только один. Это Алексей Кольцов. Он, заметьте, не ставил там одних таких слов. Распахнись, душа, разудись плечом, мне в лицо пахни ветер с полудня. То есть ему приходилось все-таки искать другие слова. Вопрос. Еще раз вопрос. Больше. Слов не хватало. Чего не хватало? Такие слова в основном либо существительные, либо глаголы. Из существительных и глаголов очень трудно составить нечто осмысленное. Еще причем очень длинных существительных, которые достаточно мало. То есть трудность в самом языке не такая. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, в среднем, в потоке речи русском, на сколько слогов падает ударение? Например, исходя вот из того, что мы знаем уже. На один. На один? То есть каждый слог ударение? А, нет. Это вряд ли. Ну, каждый слог раз. Каждое слово разное, это понятно. Но поток ударений в среднем все-таки есть. И скажем, в английском примерно падает на каждые два слога. То есть в среднем на каждые два слога в потоке речи приходится ударение. Это в английском, в русском. Больше или меньше? На третий это уже лучше. На третий. Да. Между четвертым и третьим. Где-то так. То есть в среднем. Где-то на каждые 3,8 падает слог. То есть условно говоря, каждые 3,8 мы что-то ударяем. Какой вывод из этого? Хорошо у нас с природой? Не очень. Не очень. Плохо. Хорошо у нас с пятисложниками? Совсем плохо. Мы придумали еще. Возможно ли у нас шестисложники? Нет. Теоретически, нет, возможно. Свои. Теоретически, наверное, можно. Слова-то есть, но составить еще трудно. Слова есть. Но составить из них что-то осмысленное. Да еще, чтобы оно хоть немножко рифмовалось.